комедия «Цветок самурая». Очень красивая и полезная. Из него изготавливают шампуни, масло. Саша имеет приятный аромат. Когда цветы опадают, увядают, они осыпаются на землю вот такими бутонами. И не рассыпаются на части. Поэтому их называют цветком самурая. Так вот попадает. Очень приятный аромат. И цветок очень красивый. В жизни очень много интересного, нового, необычного. Радуйтесь, любите и цените жизнь. Я люблю всех вас. Будьте счастливы и здоровы. Всем удачи и до новых встреч. Вот еще одна интересная камелия. Кремовая. Потрясающая. На розочку похожа. Какая прелесть! Белая камелия. Сирот субаки.